كرم الضيافة وحسن الاستقبال أمر حاجة غريبة على فخامة الرئيس. Спасибо большое, господин президент. Я прошу прощения, не хотел вас утруждать так сегодня, чтобы в такой ран приехать сюда в аэропорт, но я очень вам признателен за такой добрый жест. Я хочу вас отдельно поблагодарить, особую благодарность за ваше гостеприимство, за теплый прием, который мы почувствовали здесь в ходе нашего визита в вашу прекрасную страну. Господин президент, я ничего чрезвычайного не совершил, то, что такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте. Что касается такую рань, как вы сказали, то я человек деревенский. Я привык в 5 часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Поэтому для меня это не рань, обычный день, а встретиться перед отлетом вашим на родину для меня просто удовольствие и еще раз пообщаться, узнать ваше впечатление от этого визита. Мы друзья, и этим все сказано. Уважаемый господин президент, хочу сказать, что с момента нашей предыдущей встречи, когда вы посетили нашу страну в 2017 году, у нас установилось очень добрые, теплые отношения, и мы нашли взаимопонимание. И это взаимопонимание было в интересах укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между нашими странами на благо наших народов, народа Египта и Республики Беларусь. И мой визит, мое впечатление о моем нынешнем визите в Республике Беларусь, я считаю, что это дополнением к тому визиту, к тому, что мы с вами тогда достигнутым нашим соглашением тогда и договоренностью. И я думаю, что сегодня тоже переговоры, которые у нас состоялись здесь, отражают, насколько здесь у нас есть большие перспективы для развития наших двусторонних отношений, но еще более важно показывать, насколько вы великий человек, харизматичный человек, прекрасная личность. И для меня большая честь и радость всегда с вами встречаться. А это, как ни странно, произведено в Беларуси. И Монтага в Беларуси. Самое лучшее в мире. Сегодня снятое с грядки. У вас не сезон, а у нас сезон. Успехов вам! Успехов!